Вести Карачаево-Черкесия. В студии с новостным блоком Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых событиях. Около 3 миллионов квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию на территории республики в течение 8 лет. В Карачаево-Черкесии наблюдается стабилизация ситуации по COVID-19. В Хабезе завершается реконструкция участка автомобильной дороги Черкесск-Хабез, подъезд к МЦУ-Архыз, и 7 медалей мирового первенства в копилке республики. Далее подробно. В Карачаево-Черкесии действует перечень мер поддержки для семей военнослужащих из республики, участников специальной военной операции. Руководитель региона Рашид Тимрезов отметил, что эти меры охватывают как членов семей мобилизованных, так и семьи военнослужащих Вооруженных сил России, выполняющих задачи с начала спецоперации. Так, в частности, родители дошкольников освобождены от платы за присмотр и уход за ребенком в детских садах. Дети военнослужащих могут бесплатно посещать кружки и секции, а также получать бесплатные направления в детские лагеря. А дети постарше могут в первоочередном порядке претендовать на целевые места в медвузах. Для них определено первоочередное зачисление в СУЗы. Для пожилых членов семей или лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляется бесплатное соцобслуживание на дому. Меры соцподдержки включают и внеочередное обслуживание в поликлиниках, сокращение сроков ожидания плановой госпитализации до 1 дня и ряд других мер. Кроме того, все участники специальной военной операции освобождены от транспортного налога. Около 3 миллионов квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию на территории Карачаево-Черкесии до 2030 года. В частности, в рамках реализации национальных проектов и государственных программ запланировано с 2022 по 2030 годы ввести в эксплуатацию 2 680 000 квадратных метров жилой площади и достигнуть по показателю средняя обеспеченность населения республики общей площадью жилых помещений – значение 30 квадратных метров на человека. В период с 2011 по 2021 годы общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя региона, увеличилась почти с 19,5 до 22 квадратных метров. За этот период введено в эксплуатацию более 1 миллиона 700 тысяч квадратных метров жилья. Министр сельского хозяйства региона Анзор Баташев побывал на Карачаево-Черкесском сахарном заводе. Вместе с руководителем предприятия Андреем Буклей осмотрели производственную площадку. Ежегодная выработка сахара составляет от 16 до 19 тысяч тонн. Завод, на котором в сезон работают более 300 человек, ежедневно отгружает тонны продукции. На сегодняшний день на предприятии заготовлено более 110 тысяч тонн сырья, переработано 90 тысяч тонн сахарной свеклы, выработано порядка 9 тысяч тонн сахара. Сырье на завод поставляется от местных аграриев. Площадь под сахарную свеклу увеличивается по оперативным данным. В текущем году уборка урожая планируется на площади почти 5 тысяч гектаров. Ежегодно свеклосеющим хозяйствам региона оказывается государственная поддержка в виде субсидий на развитие свеклосахарного производства. Вопросы профилактики природно-очаговых инфекций рассмотрены на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии Республиканского центра. Заместитель мэра Черкесска Елена Йенсен-Данильчук отметила важность проведения эффективных противоэпидемических мероприятий для обеспечения санитарного благополучия горожан. В перечень природно-очаговых инфекций входят несколько десятков опасных заболеваний, в числе которых чума, сибирская язва, бешенство, тулеремия, крымская геморрагическая лихорадка и клещевой боррелиоз. Отмечено, что основными резервуарами возбудителей обозначенных инфекций являются мышевидные грызуны, дикие домашние животные, а переносчиками – насекомые и членистоногие. Периодически в республике регистрируются эпизоотические случаи заболевания домашних и диких животных бешенством и бруцеллезом крупного рогатого скота. В прошлом году в регионе был зафиксирован один случай заболевания лихорадкой западного Нила. Что касается сибирской язвы, почвенные очаги, которые имеются в регионе, последний случай заболевания в Карачаево-Черкесии регистрировался в 90-е годы.
В республике наблюдается стабилизация ситуации по COVID-19. Последние 2 недели количество новых случаев инфицирования в сутки не превышает 10, а в инфекционном отделении на базе Черкесской городской клинической больницы проходят лечение 6 пациентов. Такие низкие показатели последний раз зарегистрировались в конце июля этого года. Вместе с тем, на протяжении последних 2 недель в республике на стационарное лечение не поступали несовершеннолетние больные коронавирусной инфекцией. Карачаево-Черкесская инфекционная клиническая больница, где ранее располагалось детское ковидное отделение, сегодня работает в штатном режиме, но всегда готова при необходимости оперативно принять маленьких пациентов, больных COVID-19. Работы по реконструкции участка автомобильной дороги Черкесск-Хабес-подъезд Кымцу-Архыз, которые велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», находятся на финальном этапе. Капитальный ремонт участка общей протяженностью 5 километров начался весной этого года, и за эти месяцы выполнены работы по замене земляного полотна и устройству нового двухслойного асфальтобетонного основания дороги. Весь основной объем уже завершен, и на сегодняшний день на участке выполняются работы по обустройству. То есть нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, а также остановочных пунктов и парковок. Завершить все работы и ввести участок в эксплуатацию планируется 1 декабря текущего года. В селе Джагама Карачаевского района продолжается капитальный ремонт сразу 2 берегоукрепительных сооружений на реке Ишкакон. Восстановление этих дамб позволит защитить от воды 1500 человек с их домовладениями и приусадебными участками. Подробности у советника министра природных ресурсов и экологии республики Медины Баташевой. Общая протяженность 2 берегоукрепительных сооружений, на которых ведутся работы, составляет 3376 метров. Работы начались весной текущего года в рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов и проводятся в целях обеспечения защиты населения и социально-экономических объектов от негативного воздействия вод, прежде всего в наиболее поводкоопасных и подверженных подтоплению районах. Ремонт дамб позволит защитить 1400 человек, их домовладения, приусадебные участки. Общая площадь территории, подверженной затоплению, составляет порядка 55 гектаров. В зоне возможного подтопления также расположены школа, мечеть, администрация сельского поселения, дом культуры, детский сад и другие объекты инфраструктуры села. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод в размере более 1 миллиарда рублей. Начиная с 2019 года в России запущена программа по обновлению, а точнее переформатированию библиотек. К 2025 году в стране будет переоборудовано 600 библиотек. Модульная библиотека появится и в Усть-Джигутинском районе, рассказывает директор Центральной районной библиотеки Елена Кузьмина. Надо поломать все стереотипы и сделать из нее современный центр, где молодежь смогла бы провести свое время, собраться по интересам. Компьютерный класс планируем открыть, чтобы дети смогли прийти, найти ту или иную книгу, которая будет находиться не только в фонде нашей библиотеки, но и в библиотеках России, к которым мы планируем подключиться электронно. Также хотелось бы, конечно, чтобы это были и просмотры фильмов, то есть мы запланировали сделать как небольшой салон, чтобы школьники и взрослый контингент тоже смогли прийти и посмотреть фильм по интересам. Если это школьная программа, то обсудить сюжет книги. Курорт Архыз вошел в число лучших спортивно-туристических кластеров России и СНГ. В Сочи прошел международный форум, посвященный горному отдыху и внутреннему туризму, в рамках которого определили лучшие курорты страны и Содружество независимых стран. Участники форума ответили, что Северный Кавказ демонстрирует поступательное развитие курортов и территорий вокруг. На них проходят всероссийские соревнования по горным лыжам, сноуборду, маунтинбайку и горному бегу. Как справиться с тревогой и победить страх? Что такое арт-терапия и дыхательные практики? Об этом и многом другом студентам Северокавказской государственной академии рассказали в рамках проекта «Умный маршрут» от Всероссийского общества знания, который в прошлом году возродил президент страны. На этом маршруте школьники и студенты получают уникальную возможность пообщаться с профессионалами из разных сфер деятельности.
Тему продолжит спикер проекта Владимир Варнавский. Именно эти ребята знают, что медицинское образование очень подвержено стрессу. Каждая наша сессия – это не то чтобы тревожность, это колоссальный стресс. А потом им придется выходить в поликлиники, в больницы и работать с пациентами, что, конечно, тоже большой стресс. Поэтому я очень счастлив, что мы сегодня здесь, и будущие доктора научатся справляться со своей тревогой и стрессом, потому что прекрасно помню себя, нас этому не учили, и было очень трудно первый год работы. На минувшей неделе региональное министерство культуры организовало для детей, мобилизованных из Карачая-Черкесии, бесплатные показы мюзикла «Волшебник изумрудного города». Сотрудники детского музыкального театра Государственной республиканской филармонии окунули маленьких зрителей в атмосферу сказки и еще раз напомнили, как важно делать добрые дела, рассказывает министр культуры республики Зураб Агирбов. Очень приятно, что мы можем этих детей порадовать, отвлечь их от каждодневной суеты, может быть, позволить им немножко меньше скучать и наслаждаться теми чудесными произведениями, которые мы специально для детей создавали. У нас в филармонии работает активно детский музыкальный театр. И как раз новая постановка, мюзикл «Волшебник изумрудного города», он создан был для того, чтобы показать новые возможности филармонии. Мы для себя поставили большую задачу, чтобы учреждения культуры сегодня со своей стороны поддерживали семьи мобилизованных, и наша сеть, наши услуги, наши продукты, чтобы были им очень доступны. Начинаем мы вот с филармонии. В ближайшее время будет организован благотворительный концерт. Средства, собранные на котором, будут отправлены на фронт для приобретения необходимого для мобилизованных. И так культура, как и во все тяжелые, непростые времена, будет свою важную роль играть. Ну и в завершение выпуска новости спорта. 7 медалей мирового первенства в копилке Карачая-Черкесии. В Казани прошло первенство мира по борьбе на поясах среди юношей до 18 лет, в котором участвовало около 20 спортсменов из 11 стран мира. В составе сборной команды страны выступили спортсмены республики, которые завоевали 7 медалей различного достоинства. Призерами стали Алана Чабаев, Умар Узденов, Ануар Чагаров, Азамат Баташев, Ислам Казиев, Ринат Бастанов и Тимур Тикеев. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В горах местами плюс 3,8. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 12. Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. На правах рекламы. Полундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2-96-58. Спешите узнать тайну пирата. Внимание водителям грузового транспорта. Оперативный штаб Краснодарского края сообщает. Временно ограничен проезд грузового транспорта через Керченскую паромную переправу. Исключение – грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры и отдельные виды товаров первой необходимости. С полным перечнем товаров, разрешенных для провоза паромной переправой, можно ознакомиться в постановлении губернатора Кубани Вениамина Кондратьева на сайте администрации Краснодарского края. Для остального грузового транспорта возможностью проехать на Крымский полуостров станет оснащенный автозаправочными станциями сухопутный маршрут. Он проходит через Ростовскую область, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Дорога из Таганрога на полуостров займет около 7 часов. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!